29 мая 2018 года в городе Алматы открылось 15-е региональное совещание Восточно-Азиатской сети биосферных резерватов ЮНЕСКО «Обеспечение моделей устойчивого развития». Организовало его кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстанский национальный комитет по программе «Человека. Биосфера», секретариат Восточно-Азиатской сети биосферных резерватов при поддержке Корейской национальной комиссии ЮНЕСКО, Министерство окружающей среды Республики Корея, а также Казахстанской национальной комиссии ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры ИСЕСКО. Биосферный резерват – это особо охраняемая природная территория, создаваемая для сохранения экосистем и биоразнообразия. К биосферным резерватам относятся заповедники и национальные парки. В совещании приняли участие представители 7 государств-членов секретариата Восточно-Азиатской сети биосферных резерватов – Казахстана, России, Китая, КНДР, Республики Корея, Японии и Монголии, а также представители заповедников и национальных парков Казахстана, участники из стран Центральной Азии и представители международных организаций. Я надеюсь, что представители комитета стран-соседей получат хороший опыт от встречи, обменяются информацией и, возможно, в будущем установят сотрудничество. Основная цель совещания – обмен информацией и опытом по управлению биосферными резерватами в странах Восточной Азии. Уже мы разработали проект плана действий по сохранению трансграничных биосферных резерватов. И я очень надеюсь, что в этом семинаре мы обсудим наши дальнейшие планы и работы. Внимание уделено выработке рекомендаций для реализации Лимского плана действий, руководству по гармонизации взаимоотношений человека и природы, подписанном Казахстаном в Лиме в 2016 году. Сегодня прошло 2 года после того, как мы были на совещании в Лиме в 2016 году, где подвели итоги предыдущего 4-летия и перспективы развития биосферных резерватов всемирной сети на ближайший период. Участники рассмотрели конкретные роли и потенциал биосферных резерватов как модели устойчивого развития посредством позитивного взаимодействия между социальными и экологическими системами. Мои ожидания от этой конференции связаны с тем, что мы обменяемся международным опытом в Центральной и Восточной Азии по вопросу человека и биосферы для улучшения ситуации в регионе. Состоялось вручение сертификатов биосферных резерватов программы «Человек и биосфера» ЮНЕСКО Национальному природному парку Алтын-Эмель, Каратаускому государственному природному заповеднику и трансграничному биосферному резервату «Большой Алтай». Сегодня нам вручают в 15-й сессии сертификат, который в прошлом году, 29-й сессии ЮНЕСКО, Алтын-Эмель, национальный парк Алтын-Эмель, был признан членом этой организации. Ярким примером международного сотрудничества между биосферными резерватами является создание на территории Восточно-Казахстанской области и Республики Алтай трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай», включающего казахстанский Катон-Карагайский национальный природный парк и российский Катунский биосферный заповедник. Наше сотрудничество основывается на взаимном доверии, уважении, и мы производим совместные работы по изучению биоразнообразия, по мониторингу, по охране лесов от пожаров, и также совместные мероприятия по экологическому просвещению среди населения. По завершении совещания участники провели полевую оценку резервата Алтын-Эмель, посетив национальный природный парк. В ходе поездки особое внимание было уделено сохранению биоразнообразия и роли местных общин в управлении биосферным резерватом. Суть программы «Человек и биосфера» в гармоничном сосуществовании фермерских хозяйств с заповедниками без нанесения вреда природе. При этом важным моментом является сохранение биоразнообразия, защита экосистем и улучшение взаимодействия общества с природой и окружающей средой. Сейчас мы находимся в саду, заложенном в 2015 году. Он занимает 3,5 гектара, на которых высажено свыше 1000 деревьев. Основа хозяйственной деятельности – садоводство, скотоводство и земледелие. Программа «Человек и биосфера» требует нового подхода к взаимодействию фермерских хозяйств и биосферных резерватов. Мировой опыт доказал возможность ведения ограниченного хозяйства по соседству с нацпарками, не мешая их деятельности по сохранению природы. Национальный парк Алтын-Эмель успешно перенимает мировой опыт.
Программа предполагает помощь местному населению прилегающей территории, льготные кредиты скотоводам, пчеловодам, садоводам, вовлечение фермеров в сохранение биосферы, развитие экотуризма. Гости из ближнего и дальнего зарубежья смогли познакомиться с казахстанским опытом внедрения программы «Человек-биосфера» и увидеть воочию плоды взаимовыгодного сотрудничества национального парка «Алтын-Эмиль» с местными фермерами. Кроме того, зарубежные гости увидели красоту национального парка. Чудесами Алтын-Эмиля являются поющий бархан, горы Актау и Катутау. Участники конференции переночевали в гостевом доме нацпарка Алтын-Эмиль. Наутро посетили визит-центр с богатым музеем природы и отправились в путь. Остановка на кордоне Косбастау. Здесь у ручья туристов встречает 700-летняя ива, ствол которой могут обхватить 5-6 человек, взявшись за руки. Дальше дорога лежит к горам Актау, поражающих взор своим необычным цветом. Красные горы напоминают о том, что в древности здесь было дно древнего океана Тетис и образовавшегося позднее на его месте озера. Отложения эпохи палеогена и неогена придают им яркий красный цвет. Белые же меловые горы состоят из осадочных пород более позднего периода. Именно им обязаны своим названием горы Актау. Прогулка по узкому ущелью – это путешествие в эпоху древнего мира. Горы Актау кажутся миражом в пустыне и оставляют незабываемое впечатление у гостей парка. Это моя первая поездка в Казахстан и в биорезерват Алтын-Эмиль. Меня поразило богатое биоразнообразие экосистемы пустыни, большое количество эндемиков и редких видов. Я очень счастлив, что меня привезли в такое чудесное место. Большое спасибо!